Турникеты в человеческий рост установлены прямо перед входом в стадион. Устройство имеет 4 лопасти. Это позволяет обеспечить более жесткое разделение потока по одному человеку за счет малого пространства между лопастями. Прочный механизм стопорения обеспечивает высокую степень защиты от несанкционированного проникновения и вандализма. Турникет работает в системе контроля и управления доступом и обеспечивает пропуск в любом из двух направлений.